Более 7 тысяч многодетных семей Тверской области получают ежемесячную финансовую поддержку от государства. Размер выплат в 2020 году равен величине прожиточного минимума – 11 399 рублей. Эта мера поддержки предназначена для семей, где трое и более детей, и где младшему не исполнилось трех лет. Оформить пособие смогли родители, чей душевой доход меньше среднего по региону помощь оказывается в рамках национального проекта «Демография», который был инициирован президентом. Губернатор Игорь Руденис считает, что такие меры поддержки позитивно скажутся на демографии нашей Тверской области. Общий объем финансирования составляет 880 миллионов рублей. Большая часть из них, более 700 миллионов, из федерального бюджета.